Специалисты регионального Роспотребнадзора выявили на территории Дзержинского района незаконную свалку. Как сообщили журналистам телеканала «Волгоград-1» в пресс-службе ведомства, строительная компания сбрасывала во враг на улице Шопена строительный мусор, лом, древесные отходы и всевозможные остатки зданий. После проведения проб и замеров было выявлено, что отходы относятся к 4-му классу опасности, а площадь захламления составила больше 7000 квадратных метров. Компанию обязали выплатить штраф в размере 70 тысяч рублей, который был погашен. После подсчета ущерба, нанесенного почве, который составил более 300 миллионов рублей, обязали выплатить и эту сумму, чего организация не сделала. Теперь исковое заявление направили в арбитражный суд Волгоградской области, чтобы принудительно взыскать средства. Отметим, участок, где находилась свалка, до сих пор не рекультивирован.